Добрый день, друзья, Мань. Давай, трусы, давай одевай, давай. Давай. Ну, чего ты? Мань, ну надо трусы одевать. Так, не трогай книжечки, да? Подарили. Оп! Моя. Да, ты же уже все домой пришла жить. Да. Надо трусики одевать. Да. Бася, заходи. За вас покушал. Да. Вот. Мань. Что? Опа! Ну, Бася. Вот, любимый кот. Посмотри, Вадик. Любимый кот, да. Да, твой любимый котик. Вот, молодец. Ой, ты рада как. Басяне, да? Бась, давай я твою подстилочку положу. Вот, рада. Ну, куда? Ух ты! Какая прыгучая. Что там нашла? Ой, пюрешечку, да, будем кушать? Давай. Ап. Папе дадим, чтобы он открыл? М? Папа, что? Откройте нам пюрешечку, да. Мань. Где? Вот она дала. Ой, вон кушать. Дома как что, да? Ну ты уже либо ешь, либо разговаривай. Дома и басик, и пюрешечка, я да. Я не знаю, за что хвататься. Давай. Да. Давай, будем кушать. Ой, сейчас, подожди, это ж одной рукой снимать, одной кормить. Давай, вот так, держи сама. Да. Только надо, Мань, надо трусы одеть. Ну, все? Это Басика подстилка. Дик, давай трусы, неси. Неси одевать трусы будем, неси. Вот моя, вот молодец, ой! Ой, ну, ты принесла? Вот моя умничка. Вот давай красиво. Нет, это папина сумка. Дик. Басяня, иди ложись. Иди сюда ложись. Иди ложись. Что? Все-таки пюрешку, да? Ну. Дюк. Мячик папа привязал, да? Тот, что у львов вчера нашли. Львам нельзя, скажи, бибизяна можно. Так, сейчас разденусь, жарко. Что? Папа. Папа чинит там. Пришла. Да. Бася, кто там папа просто пошелестел? Ничего там нет. Ой, скажи. Да. Ну. Опа! Опа! Боже, сколько радости. Боже, сколько радости. Ты с мячиком не получится на меня прыгнуть. Скажи, зато без мячика получится, да? Моя радость, да, моя. Моя мышка, да. Да, да. Все, на улице холодно, домой, да? Сегодня пойдем Тосю забирать. Пытались, сейчас не получается. Да. С Тосей будет проблема. Сейчас, подожди. Подожди, на. Вот, любознательная бибизяна моя. Разговорчиво. Ух, видели? Джих. Мань, там попугай. Вот, клетки разделяет двойную на две делит. Сначала соединял, теперь разделяет. Маняш, иди сюда. Не мешай папе, не мешай. Бери трусы, давай. Опа. Ну, подожди.
Слушайте, ну разговаривает точно как Люська. Вот в определенном возрасте. Так, меня радует, что она стала Маня гамадрилом. И стрекочет, как гамадрил. И мордочка гамадрила. Да, скажи, ножки коротковаты, да? Ну, ничего. Скажи, зато умная. И хороший характер. Да, Манеж? Где Бася? Ой, Бася наверх пошел. Он думает, что Маня его там не достанет. Басяня, спускайся. Бась, кс-кс-кс-кс, иди сюда. Ну зачем ты высыпала еду, Басика, Маня? Да, да, закрыла. Чего ты высыпала? Оп, варежка. Бась, ты тут не скроешься. Ой, в зеркале обезьяна. Да? Мань. Ух, посмотри, как Маня испугала там обезьяну в зеркале. Маня, шапки мы убрали. Иди вон с Басей там, ложись. Бась, не дают тебе, да? А что ты это достала? Там что-то лежало, Маня? А, это усиля лежали. Вот Маня шмоточница, да? Молодец, все достала. Маня, где чужая обезьяна там в зеркале? И, вот напугала чужую, вот напугала чужую обезьяну. Вот она там в зеркале, да? Ух ты ж, бебезьяна в зеркале чужая такая. Вольер открыт, она, если захочет, заходит, не хочет, не заходит. Да, Басянь? Мой мальчик красивый. Красавец мой, да. Красавец мой. Да. Хороший мой, красивый. Ты тоже красавица, тоже. Опа, оп! Что? Ну, пошли, пошли к попугаям поведаем. Всем добрый день. Да? Маняш? Кеша? Уч! Маня такая. Папа! Папа придет. Папа! Да. Что? Откликнулся, да, папа? Что? Укусненько? Вот так вот, шикал. А это ж да, то, что нам дарили с водой. Мань. Не надо оно тебе, я понимаю, что там семечки. Маня. Мань. Маня. Все, иди ко мне. Да, видишь, не дают в собственном доме. Кошмар, да? Все попугаем, не дают ничего, да? Да, скажи, захотела, не обеднеют ваши попугаи. Да?